Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Израиль в пустыне. «И сказал Господь Моисею, вот, я дождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день. И вечером налетели перепелы и покрыли стан. А поутру лежала роса около стана, роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как ини на земле. И видели сыны Израилевы и говорили друг другу, что это, что это, ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Вот что повелел Господь. Собирайте его каждый постольку, сколько ему съесть, по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре, собирайте. И сделали так сыны Израилевы, и собрали кто много, кто мало. И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждую нас, и детей наших, и стада наши. Моисей возопил Господу и сказал, что мне делать с народом сим, еще немного и побьют меня камнями. И сказал Господь Моисею, пройди перед народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот, я стану пред тобой там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.